Многократно Священное Писание говорят, что вера без дел мертва. Однажды один мужик по имени Лютер решил отменить эту штуку и очень много говорил, что только через веру, только через веру. Но по жизни эти штуки не подтверждаются. То есть было ткуфа, и разные люди периодически говорили, вот я верю, но если мы не можем из себя явить изменения, которые внутри произошли, все это голые слова. Поэтому да, доверие Господу – это та часть в нас, которую через молитву и через чтение, через осмысливание всего в мире нам, да, нужно развивать, но если оно не включает в нас какие-то действия, которые изменяют наш характер, которые изменяют наше отношение к ближнему, то нам нужно проверить эффективность работы наших убеждений. Итак, Ходеш Элюль, в котором мы сегодня находимся, и по древним традициям это Ходеш или месяц приготовления, когда человек подготавливает себя к осенним праздникам. И осенние праздники, они очень специфические. Для тех, кто мало понимает тему, стоит открыть и почитать дома Левит 23 главу. И там есть установление, которое Господь говорит или обозначает словами «Муадея Донай» или «Праздники Господни». Это не те, которые люди потом раскрутили, разработали и стали проводить в жизни. Некоторые из них заменили, ну, как бы, когда-то в Советском Союзе коммунизм отменил и заменил веру в Бога тоже. То есть периодически какие-то вещи Господь допускает, чтобы что-то порой даже нечистое замещало чистое, чтобы испытать человека. Но «Леулам ваэд» – вечности, его слова, его постановления стоят и не отменятся. И там вот в 23 главе Левит есть перечисление праздников. И есть три объединенные в один Песах, ну там на самом деле их три, это праздник Мацот, Песах и праздник первых плодов, которые объединены как бы в один. Есть такой более уже летний праздник, который называется Шавуот или первая жатва, когда в истории случилось два события, когда была дана Тора на горе Синай, а через 2000 лет в Иерусалиме был излит Святой Дух на первыми на учеников Иешуа, а потом это разошлось дальше. И есть так называемые осенние праздники. И все эти осенние праздники, они очень по-английски sensitive, очень чувствительны. Они очень, если мы понимаем, о чем они говорят, влияют на нашу внутренность, на нашу сущность. Праздник труб. Трубить в шофар, разные виды трубления. И у нас есть спец на эту тему Эфраим. Посмотрите его ролики в Ютубе, в Торе Арт, про трубление в шофар, там все он рассказывает. Но суть – пробудить человека, коснуться чего-то в его душе, но не только этого. Потому что все эти трубления в шофар в один день сольются в один громадный шофар Господень, про который в 1 Фессалоникийцам пишет Павел, говорит, и вострубит труба или шофар, и начнутся всякие эсхатологические дела. Также праздник Йом-Кипур, когда в Израиле все останавливается, и люди, которые чтят Слово Божье, томят душу свою постом, не в качестве еще одной диеты. Знаете, есть такие диеты, где нужно иногда пропустить несколько приемов пищи. Так вот, это не об этом. Пост – это не об этом. Йом-Кипур – это не об этом. Это тогда, когда ты можешь какие-то вещи в себе совершить, чтобы с радостью прийти к празднику Суккот. И вот этот Ходеш Элюль, который предшествует осенним праздникам, это в традиции, это тысячелетия. Это когда человек пытается исследовать себя, понять, кто он. И на самом деле, даже если картина, которая после этого исследования выявляется и показывает, что у тебя есть куча проблем, то это уже хорошо, потому что когда ты можешь реально осознавать, кто ты, тогда ты можешь просить Бога о помощи, и включается жертва Машиаха, включается действие Руаха Кодеш и меняет нас, безусловно. Поэтому лучше себя в зеркале Господнем увидеть немножко шлили мяшер хиюви, то есть более в темном свете, чем в светлом, потому что вдруг, ну понятно, нам нужны и ободрения,
Но если вдруг мы начинаем говорить, ну все, я достиг, а помним, что даже Рав Шауль или апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь дальше. То есть у нас должна быть мера отрицательного в голове. Тогда мы двигаемся вперед и Баизрат Ашем с Божьей помощью можем изменяться. Но сейчас давайте поговорим о 58 главе Исаии. И я также буду немного комментировать тот текст, который сегодня является недельной главой, Китово, очень сильной главой. 58 Исаии. Я буду сейчас сосредоточен на первых 12 стихах, но не буду их все читать, потому что там некоторые стихи дополняют предыдущие, и поэтому вы поймете, о чем я говорю. Секунду. Исайя 58. Кра бигарон аль тахшох, кешофар харем колеха, вехагет леами пшаим, велебейт Яков хататам. Кричи во весь голос, не сдерживай крика. Пусть он будет громким, как звук трубы, возвести моему народу его грех, возвести сынам Израилевым за вину. И если вы потом читаете дальше, вы увидите, вот пост, который я избрал. И поэтому вот именно вот из этой коннотации «возвещай народу моему», и вот пост, который я избрал, эти стихи читаются перед Йом-Кипуром, чтобы человек мог понять, что к чему и как. Ну вот здесь вот есть такие слова «кричи, укажи народу моему». Ну, если мы будем правдивы, то не все могут указать народу нашему. Ну, в дни Исаии это мог сделать царь, могли сделать первосвященники, мог сделать тот же самый Исаия. Может быть, какие-то люди, которые были ахраим и уважаемы в народе. Ничего не изменилось и до сегодняшнего дня. То есть, ну, даже вот мы сидящие здесь, большинство не может кричать и указывать народу путь. Почему? Потому что тебя или не знают, или даже знают, но ты для них не самый большой авторитет, и твой голос будет услышан, ну так, как обычный голос. Некоторые, да, имеют этот самхут, и они должны поднимать голос и говорить. Но все-таки эти стихи, они говорят каждому из нас. И что каждый из нас может сделать по отношению к народу, это то, что сделал когда-то Авраам, когда спорил с Господом о городах содомских и гоморских. Мы помним, что он делал. Там были люди, так себе скажем мы, в Содоме и в Гоморре, и там в двух еще других городах, там были люди нехорошие. И даже не буду сейчас на эту тему говорить, но Авраам исполнялся рахманута, милости для них, и умолял Господа о помиловании. Это то, что эти стихи говорят каждому, каждому, когда говорят, а ты кричи Господу и молись о народе, пусть твоя молитва даст открытие каких-то врат небесных, и оттуда не зайдет нечто, что укажет народу на путь. И дальше там вот рассказывается, как кричать, и мы переходим к 6 стиху, конкретно к посту. И тут написано, вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма угнетенных, отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Ну, как я уже сказал, для некоторых, к сожалению, это правда, и для многих верующих людей, пост воспринимается, окей, я могу себя воздержать от еды или от еды и питья столько-то, столько-то и столько-то. И как бы диетически даже медики говорят, что это неплохо. Но суть поста Господнего – это не воздержание от еды, а способность сделать нашу душу или наше тело немного в некомфортном основании, в некомфортной кондиции, чтобы мы могли немножко как бы это неудобство, страдание, непоступание пищи в наше тело могли как-то трансформировать то, что мы начнем думать о, в первую очередь, о бедных, о проблемных ситуациях, о людях, которые заходят в сложности, о том, насколько я, ты, я могу им помочь,
а также думать о том, что, возможно, есть люди, у которых передо мною долг, или я им должен, или они мне должны. И это может быть не денежные вещи. Это могут быть обстоятельства, где у нас был касах какой-то, где мы поругались, где у нас есть обиды, непрощение. И Писание говорит, ты должен сделать душу свою голодной для правды или до правды. Голодной до правды, а правда в данном случае является неким сбалансированным состоянием, когда ты можешь посмотреть человеку в глаза, и ты чувствуешь, что у тебя против этого человека ничего нет, и между вами все окей, пускай вы не в самой лучшей любви, но у вас все сбалансировано. И если мы можем дойти до такого состояния, и Писание показывает нам, что прощение, которое высвободил нам перед Богом Иешуа, помогает нам, смотря на Него и уповая на Его силу, прощать других людей, по возможности примириться с каждым. Если мы делаем это, если мы раскрываем свои глаза для нужд людей, которые в нужде, то Писание с 8 по 11 стих этой 58 главы обещают нам даже гмуль, воздаяние Господне, которое будет касаться нашего тела. И там есть такие слова: «И откроется исцеление твое, и Господь будет вождем твоим во время засухи, и будешь как напоенный водою сад». Но если мы заинтересованы не только, а я думаю, мы сейчас живем в такое странное время, когда думать только вот обо мне родимом, и здесь я хочу сказать, очень многие верующие сосредоточены на стихе, который говорит сегодня «день моего спасения», то есть «моего». Знаете, мое, оно как бы близко, важно, но Писание на самом деле не зря часто использует такие слова «весь Израиль спасет» или «я изолью на весь дом Иакова и Иуды», «я заключу с всем домом Иакова и Иуды». То есть Богу важно не только ты, любимый, то есть Он дает нам меру личного воздаяния, но Его цель – чтобы мы могли смотреть шире, и чтобы наша ходатайственная молитва и вещи, которые мы можем исправлять, могли касаться намного более широкого размера людей. Поэтому те, кто любит вот этот, или кого, кто хочет понимать этот эсхатологический, этот окончательный проект Божий, посмотрите здесь в 58 главе на 12 стих. И 12 стих, его можно немного по-разному перевести, потому что на иврите он звучит, ну, те, кто читает иврит, просто разрывающе. На русском и на других языках его немножко как бы упростили. 12 стих, вот я читаю в моем переводе библейском. «Ты отстроишь города на месте древних развалин, вновь возведешь строения былых времен, тебя нарекут, починивший проломленную стену, восстановивший улицы для жилья». Ну, здесь такое ощущение, когда ты читаешь этот стишок, что ты пришел на какую-то старую помойку, где развалины каких-то старых домов, разгреб их граблями, и там почистил пескоструем, и восстановил эти строения, и сделал такое более-менее что-то приличное. На самом деле, когда ты читаешь этот стих на иврите, я попытался сделать... ну, как бы более смысловой перевод. Прочитаю эти слова. Повлияешь на восстановление древних развалин, моздот или институтов, предназначенных, предназначенных для поддержания и благословения многих поколений. Восстановишь их и будут называть тебя восстановитель развалин и путей, по которым люди могут вернуться к Творцу. Я поясню, о чем здесь говорится. Это не слова про помойку с развалинами, хотя ее можно интерпретировать и буквально. Но когда здесь говорится на иврите про моздот, которые благословляют дор-дрот, то есть многие поколения, мы даже толком не понимаем, о чем здесь написано. Если я могу ассоциировать эти слова с чем-то в Писании, то это, наверное, только в Откровении написано в 22 главе про какие-то деревья,
плоды и листья которых будут исцелять народы. То есть что-то в еврейской жизни Господом было заложено, что может влиять на поколение, что может и влияло на поколение. Но мы совершенно не в теме, потому что мы родились тогда, когда вот эти вот моздот или эти институты, или эти какие-то таинственные, я не про сооружения говорю, а про человеческие какие-то понимания Творца просто затеряны. И Писание поощряет нас, чтобы мы могли обращаться к Господу в милосердии, обращаться с ближними. И тогда начнет открываться в нашей голове и в нашей душе вот это вот сокровенное. И назовут тебя восстановителем развалин. Ну, я всегда говорю про тикун улам и исправление мира. И понятно, что в эту тему тяну сейчас и вас. И восстановителем путей, дорог, по которым люди могут совершать тшуву. И я думаю, что нам, нашему поколению, очень важно сказать: Господи, поговори со мной на эту тему. Поговори, укажи мне эту тему. Сейчас я хочу вернуться к недельной главе, которую мы сегодня читали, Китово. И вот здесь есть еще одна заповедь, которая, по-моему, очень может помочь понять, о чем говорит Исаия 58:12, чтобы нырнуть туда глубже, чтобы почувствовать, что Господь говорит к нам. Я прошу вас открыть второзаконие, не те стихи, которые Ицхак читал, но немножко далее, и с 28 главы. «Вегая им шемоа тишма беколя дунай элогеха, лишмор ласот эт коль мицвотав, אשר אנוכי מצווה היום, ונתנך אדוני אלוהיך אליו על כל, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גוי הארץ. Если будешь слушаться Господа Бога вашего и соблюдать строго, исполнять все его повеления, которые я возвещаю вам ныне, то Господь Бог ваш возвысит вас над всеми народами земли. Вот благословения, которые снизойдут на тебя. Благословен будешь в городе, благословен, благословен, благословен. Но я хотел сделать ударение на первом стихе, где здесь есть такие странные слова. Если вы будете слушаться Господа. На иврите они звучат типа иначе. И те, кто понимает, что там написано, тут написано «им шмуа тишма». То есть здесь повелительное, заставляющее тебя делать действие, услышать Господа. Не только если ты вдруг выберешь какое-то время и захочешь его послушать. Но здесь Господь повелевает «шмуат и шма», то, что я говорю, слушай. И это звучит в устах Моисея как повелительное. И когда мы можем слышать Господа, то тогда мы можем понять вот этот смысл, немножко сокрытый смысл в Исаии в 58 главе, что Бог будет использовать тебя, ты про себя обычно думаешь так же, как и я, а кто я такой? Я почти никто. Я просто маленький человек, который занимаюсь тем, что я занимаюсь. Но если ты тишма, шмуами Адонай, если ты будешь слушая слышать его, то тогда даже ты, как бы маленький человек, своими маленькими делами сможешь повлиять, и твое сердце будет принадлежать этому, и нарекут тебя восстановитель развалин. Но что такое слушая слышать? Вы знаете, если вы зайдете в любое толкование хазаль, знаете, какие хазаль? Это старейшины хахамей Израиля, раввинистический иудаизм, назовем его так, то чаще всего они интерпретируют вот это слово, что мы должны слушать их раввинистическое толкование писаний и по этому писанию поступать. И некоторые верующие добавляют к этому такие слова, ведь сам Моше, сам Иешуа сказал, их слушайте,
но по делам их не поступайте. И некоторые люди смущены, а как такое может быть? А правда ли это? Вы знаете, я хочу немножко разрушить вот эту вот идиллию. Слушай, что тебе говорит раввинистический иудаизм, который отвергает Иешуа, и поступай по его повелениям, и тогда у тебя все будет чистая сабаба. И на самом деле мы не против раввинистического иудаизма, и читаем, и изучаем какие-то аспекты, но, как говорит мудрый, все мне позволено, но не все мне полезно. То есть, или по-русски фильтруй. Фильтруй. Я хочу разобрать немножко вот этот текст. Шма ты шма. Первое и важное. Мы должны понять, про кого говорит здесь Моше, кого слушать. И мы должны понять, в каком поколении эти вещи развиваются и как эти слова актуальны для других последующих поколений. То есть не все, что, скажем, было 100 лет назад, актуально, актуально сегодня. И мы должны как бы быть в движении, которое Господь позволяет на аллее Адамот, на земле проходить, чтобы мы могли в соответствии с этим развиваться. Итак, когда Моше говорит эти слова «слушай, а слушай», то кого слышать? Ну, во-первых, слова, которые Бог ему продиктовал, и он записал. И мы называем это Тора. Второе, кто был еще во времена Моше, кого нужно было слушать? Если вы просто вспомните легко Писание, там были пророки, там были 70 старейшин, на кого снизошел дух от Моисея, и все они имели некую, не как Моше, но некую интерпретацию разных мест Писания или повелений Господних, и они могли подойти к израильтянину и говорить: «Я тебе советую вот так поступать». И когда он так поступал, благословение нисходило на него. Через несколько поколений, уже даже после Иешуа бен Нуна, когда стали подниматься судьи и стали подниматься пророки, большие и малые, мы читаем про это в Священных Писаниях, или еще позднее стали подниматься не только неугодные Господу цари Израиля, но и угодные Господу цари Израиля, типа Давида, типа Соломона, типа Эзекии, люди, которые могли понимать тохен, суть Писаний, то этот текст наверняка расширялся. И он говорил: слушай, что говорит Моше, слушай, что говорят пророки в ваше время, что праведные цари и судьи вам советуют, вдохновленные Господом, поступай, и так будет тебе хорошо. Если мы переносимся на более позднее время, а именно на время Иешуа, то Иешуа говорит: слушайте, Моше, слушайте пророков, и вдруг он заявляет такую странную фразу: слушайте, что вам говорят книжники и фарисеи. Помните эти слова? А кто в те времена до Иешуа, которые уже успели зарекомендовать себя как праведные люди, были из книжников и фарисеев? Мы легко эти имена видим и в Писании, и в еврейской истории. Это, допустим, Гилель, это, допустим, Шамай. Это, допустим, даже упоминаемый в священных писаниях, в книге Деяний апостолов, Гамалиил. Помните, Гамлиэль был такой человек. То есть Иешуа, по сути, говорит, вот этих законодателей, которые установили определенные правила, но многие из их учеников эти правила просто не соблюдают, их можете слушать. Более последующие. Раввинистический иудаизм, к сожалению, взял эти слова Гилеля, Шамая и выстроил их только в себя любимых, только в себя. Вот мы самые правильные. И из-за этого вот сейчас в народе Израиля есть то, что называется раввинистический иудаизм, который все остальное подминает под себя и пытается всех обозвать еретиками и прочее, прочее, прочее. Но Иешуа сказал: Гилеля, Шамая, Гамлиэля, вот этих слушай. А дальше что? А дальше, если мы читаем Священное Писание, то слова Иешуа стали для нас словом Господа, которое мы слушаем и можем вдохновляться, и слова Его учеников стали для нас важными. И мы должны это понимать. И если мы читаем книгу Деяний апостолов, то мы видим, что ученики первое, второе, третье поколение мессианских, тех, которые шли за Господом, слушали Моше, и слушали пророков, и слушали Гилеля, и Шамая, и Гамлиэля. Но
слушали Иешуа, слушали учеников и слушали еще что-то. Были даны дары Святого Духа. И они, открываясь перед этими дарами Святого Духа, слушали, получали слова. И вот мы читаем в Деяниях апостолов. И верующие, получив от Господа слово, прилежно молились за заключенного в тюрьме Петра, и там у того оковы упали. То есть они стали делать это не только из сострадания, не только из сожаления, но они слышали указания от Господа. Делайте это. Или тот же Петр, услышав повеление ангела, пойди и проповедуй Корнилию, не стал ему писать смс-ки или имейлы, но подчинился прямому указанию и сделал то, что шамуа-шама, слыша-услышал и подчинился. Потому что Господь, да, дает в каждом поколении какие-то дополнительные средства, через которые мы можем для себя принимать Его постановление, чтобы наша жизнь верующих не была только заключена в теорию. Чтобы мы могли, исполняя, раскрываться для Бога и исправляться внутри себя. Сегодня, мы живем сегодня. Кого нам шамош лишмо, кого нам слушая слышать? Кого? И я думаю, что Священное Писание в том виде, в котором они даны нам, являются абсолютным авторитетом, который мы должны, читая, пытаться применять на сегодняшний день. Мы должны использовать нашу интуицию. И когда мы, к сожалению, вот я открываю на Ютубе там много разных пророков, даже здесь, в Израиле, там пророчествуют, этот пророчествует, тот пророчествует. Я открыл тут одну пророчествующую, и, которая здесь, в Израиле, пророчествует. Послушал, ну, хорошо, молодец, я могу открыть Матфея 24 главу, и в этом стиле так пророчествовать без остановки, это же ерунда называется. И вот именно это я и хочу сказать, Игорь. На самом деле уровень проверки пророка с дней тех до дней сегодняшних никогда не отменялся. И если пророк городит околесицу, и ты проверяешь, что это просто набор фраз, которые влияют на тебя, чтобы тебя расплакать, или раскрутить тебя на бабки, или проманипулировать тебя, а это просто набор общих фраз, то беги, товарищ, от такого пророка подальше. Но я вам хочу сказать, что и сегодня есть пророки, может быть, не такого уровня, как Исаия или Иеремия, но там и здесь Слово Господне выходит. На наших молитвенных собраниях от разных, не от одного, от разных братьев и сестер периодически слышим слова или видения, или наставления. Мы должны включать сразу несколько хушей, несколько чувств, чтобы, слушая, слышать, во-первых, фильтр этого слова. Во-вторых, то, что называется наша внутренняя интуиция, которая есть. Вы знаете, как можно еще видеть, слышать, видя? Можно слышать, видя. Когда в 20 главе Исхода была дана Тора, там так и написано на иврите, на русском не так написано, что они видели рау эт колот, видели голоса. Что это значит, видели голоса? Они видели, как другие люди воспринимали слова Господа на их своем языке. Как это для нас сегодня работает? Ты пришел в какую-то семью, или ты идешь по улице, неважно где, твои глаза. Многие из нас уже достаточно опытные люди. И когда твои глаза говорят тебе, вот здесь вот есть нужда, то по описанию это называется «увидел», и это все равно, что услышал. И ты не скажи «а, стам». Или попробуй себя направить туда, чтобы изменить. И не надо кидаться за всех этих пророчествующих. Потому что мы уже слышали от великих пророков и по поводу короны, что в мае она пройдет, или она в июне пройдет, или там даты давали. А потом они просто поднялись на сцену и сказали, извините, братья и сестры, я вам дам новое пророчество. По словам вот этой книги, в те дни такой бы пророк уже бы дальше не жил. Конечно, это жестко. Ну, как бы,
Когда люди говорят, камнями его побили, то так ты знай, ты свидетельствуешь, твой первый камень должен лететь в него. И только подумай, что ты можешь вот в человека, в живого человека, стоящего перед тобой на колени, в соплях и в слезах, простите меня, бес попутал, хочешь. То есть ты сам, это невероятные вещи, но сколько можно слышать чушь? И после этого еще проверять, что этот человек чушь продолжает нести, а ты просто расклеиваешься. Мне какое-то время назад один пастор с севера позвонил, говорит, вот у нас сейчас мало собраний, ну из-за короны и все. И людей просто тянет там в какие-то группы, там в какие-то пророческие эти вот. И я открыл просто в Ютубе и послушал это все. Я хочу сказать, что ле кацра яда Дунай, не сократилась рука Господня. И Господь говорит к нам. Он говорит нам устами Моисея, устами пророков, устами Иешуа, устами апостолов. Он говорит нам через дары Святого Духа, через пророчество, видение и сновидение. Он говорит нам через наши глаза. Только единственную вещь. Мы должны быть немножко попроще с окружающими, помните? Такое выражение, быть попроще, скромно. И мы должны быть внимательны. И тогда мы увидим разные вещи, которыми Господь направляет нас взывать Господу, чтобы исполнить даже те небольшие слова и повеления, которые Он дает нам. Потому что когда ты ложишь один камень, и Он ложит один камень, и он ложит один камень. Я смотрел какую-то National Geographic или какую-то передачу, и там в одном месте воины Македонского наложили огромный тель, огромный холм. Как они это сделали? То есть их было много, и им сказали, проходя вот сюдой, или вот сюда, по-белорусски сюдой, тудой, а по-другому это по-другому, каждый в свой шлем набери земли. И каждый проходил с этим шлемом, и высыпал немного, сколько он высыпал. Он два раза не ходил, высыпал и пошел дальше. Но когда эта армия прошла мимо этого места, они насыпали огромный тель, огромный холм. Это мы. Это мы. Это мы, ученики Иешуа. На каждом есть обязанность, своим личным шлемом зачерпнуть немного от Его слова, пойти и исполнить Его. И тогда назовут тебя восстановителем развалин, тогда ты будешь тот, кто приложился к тому, чтобы восстанавливать древние проломы и стены и создавать чува для Господа. Я также хочу всех вас, особенно из-за ситуации, в которой мы находимся, знать, что пусть наша большая мера общественной нагрузки уйдет на нашу заботу о нашей семье, потому что можно весь мир спасти, а своим повредить. Я хочу напомнить всем родителям, особенно тем, которые не пришли сегодня и слушают через онлайн, уделяйте время своим детям. Делайте домашние собрания, молитесь со своими детьми, учите их словам истины. И пускай иногда в иврите, в ивритской среде мы слышим от «Папа, я тебя не понимаю». Найдешь слова и сможешь пояснить. Дети – это материал мягкий. И что вы из них вылепите, то и вы будете видеть через 5, 10 или 15 лет. Я на этом хочу закончить. Шмо тишма. Слушая, слушай. Это недельная глава. И приготовь сердце свое. Мы сейчас будем принимать преломление, но я хочу помолиться вначале. Небесный Отец, во имя Господа Иешуа, прошу Тебя, чтобы Ты раскрыл наши сердца для того, чтобы мы могли различать истину. Чтобы мы могли различать истину в первой инстанции. Я прошу Тебя, Господь, чтобы все вот эти вот ветроучения просто ушли в никуда. Если есть пророческое слово, помоги нам его слышать, зная, что оно чисто, и принимать таких людей, или просто никак не реагировать на них.
таким не нужна реакция, иначе любая положительная или отрицательная реакция будет питать их гордость. Помоги нам слушать, каждому лично. Помоги нам слушать глазами, когда мы видим или нужду, или обстоятельства, или неважно что. Видим, чтобы мы могли реагировать. Дай нашим мозгам, нашей душе быть сосредоточенными на Тебе. Прошу Тебя, Небесный Отец, не быть фанатами, но быть учениками Твоими. Не быть фанатами, которые рвут на себе рубашки и кидаются и бьются головой об стенку, чтобы кровь пошла. Мы благодарим Тебя за кровь Машиаха, которая дороже и превыше любой другой крови очищает нас от грехов. Я молю Тебя, Отец, чтобы Ты приготовил нас сейчас для хлебопреломления. Дай нашим сердцам быть восприимчивыми и обновить завет с Тобою. За все Тебя благодарим. Бошем Иешуа Машиах. Аминь.